11-й тур СОГАЗ чемпионата России стартовал в Екатеринбурге, где в манеже Урал принимал тульский Арсенал. Арсенал, который до сих пор без побед, Арсенал, который терпит бедствие, и команда, в общем, пока не имеет никаких серьезных шансов, чтобы до зимы как-то выбраться из зоны вылета. Но сейчас поговорим о составах команд. Урал в воротах Николай Заболотный, в поле Данцев, Хозин, Оттесен, Фонтанелло, Фидлер, Ерохин, Ярошенко, Гогнев, Лунгу и Манучерян. Ставпец еще доиграл в стартовом составе. Отметим, что вышел в старте Гогнев, наконец, который долгое время был травмирован. Наконец, на острие не пришлось играть Александру Ерохину, который, впрочем, в этой встрече вновь отличился. И Урал с первых минут, в общем-то, продемонстрировал, что он является хозяином положения и стал довольно часто наведываться в гости к Александру Филимонову. Состав Арсенала в воротах: Иван Ершов, еще один момент, кстати говоря, прекрасно для взятия ворот. Ершов, Калешин, Сухарев, Васильев, Тесок, Кузнецов, Рыжков, Зотов, Кашчелан и Малаян. Это состав Арсенала. Вот Оленичев и Ананка, два больших футболиста московского Спартака, были на ваших экранах. И вновь, мы наблюдаем за атаками Урала. Манучерян с мячом на правом фланге смещается в центр и бьет чуточку выше ворот. Такое ощущение, что мы смотрим с вами обзор Кубка Содружества, да, где-то в середине 90-х. Вот такое вот ощущение. Но Урал в прошлом сезоне играл пару матчей в манеже и, кстати говоря, регулярно выигрывал. Встреча с Арсеналом, в общем, должна была дать ответ на вопрос, в порядке ли Урал, настолько ли все серьезно, действительно ли команда на подъеме, ведь в предыдущих трех матчах уральцы одержали две победы, в прошлом туре был переигран московский Спартак со счетом 2-0, а вот и гол, кстати говоря, который подтверждает, в общем-то, все оптимистические расклады насчет Урала. Александр Ерохин после подачи Чесамбы Лунгу сбивает ударом со второго этажа в ближний угол, в общем, Филимонов здесь среагировать на этот удар попросту не успел. У Арсенала был целый тайм практически, чуть больше даже, чтобы как-то положение дел в матче выправить, но, в общем-то, многого сделать не удавалось гостям. Очередная атака Урала, удар в ближний угол, с внешней стороны мяч сетку задевает. Это Спартак Гогниев, который в прошлом сезоне был настоящим лидером атак команды, забивал много мячей и, в общем-то, без него трудно было представить атаку команды. Перерыв, который должен был как-то ответить на еще один вопрос. Может ли Арсенал что-то противопоставить Уралу? Замена случилась одна. Игнатьев появился на поле после перерыва. Поменял он Сергея Сухарева. Но это замена, которая должна была изменить оборонительную линию команды. И вот одна из попыток гостей наконец что-то создать. Это Рыжков с передачи Кузнецова бил в дальний угол. Но точным его удар не оказался. К тому же, попади в створ, наверняка голкипер Николай Заболотный свою команду бы выручил. У Арсенала большие проблемы как в обороне, так и в атаке. Хотя команда, в общем, старается играть в свой футбол, старается играть коротким мелким пасом, старается играть организованно. Но, как мы видим, не хватает исполнительского мастерства игрокам, которые раз за разом либо свои моменты транжирят, либо ошибаются при обороне собственных ворот. Кузнецов, опытнейший футболист, который, в общем-то, не 20 и не 50 матчей в премьер-лиге провел, тоже не может пока помочь как-то преобразить игру команды в атаке. Арсенал очень мало забивает, и это, в общем, не единственная проблема команды. Ерохин в ближний угол пробивал после передачи партнера. Ерохин в хорошей форме. В четвертом матче подряд он отличился. И, в общем, вспоминает, наверное, ранний этап своей карьеры, когда он действительно являлся номинальным нападающим. А вот в предыдущих матчах приходилось играть на острие, потому как не было должной замены ввиду отсутствия по причине травмы Спартака Гогниева, который, наконец, вернулся. Концовка матча. Вновь Урал проводит собственную комбинацию, но это было не опасно. Ярошенко пропускал мяч партнеру. 85-я минута. Атака с фланга. Пас вдоль линии штрафной. Удар в одно касание наносил 41-й номер. Это Александр Сапета, который долгое время был травмирован, не играл практически год. И вот недавно выздоровел и имел хорошую возможность в отчетном матче забить. Но не срослось, не получилось. Таким образом, Урал набывает победу, набирает таким образом 10 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Дмитрий Оленичев, главный тренер Арсенала. Дмитрий Анатольевич, давайте сначала по игре. Счет 1-0, все по делу. Да, да, если учитывать, сколько моментов имел Урал, я думаю, что, конечно, закономерно они победили. Жалко, что мы пропустили в первом тайме, не нужен этот гол. Все-таки считаю, что если бы в первом тайме Урал не смогли бы забить, то во втором тайме еще неизвестно, кто победил бы. Но в любом случае считаю, что в первом тайме моя команда немножко, если так можно сказать, адаптировалась к манежу, к покрытию. Во втором тайме показали совершенно другой футбол, и у нас были тоже неплохие моменты, но, к сожалению, не сумели сравнять.
Ну, чего не хватает Арсеналу? Может быть, уверенности в себе, потому что есть моменты. Есть момент, я с вами согласен. Конечно же, все-таки не давайте не будем забывать, что ребята первый год играют на таком высоком уровне. Конечно же, когда они выходят против команд уровня «Зенита», скажем, ЦСКА, «Динамо», конечно же, немножко мандражируют. Как вы правильно сказали, уверенности не хватает, особенно в завершающей стадии атаки. Поскольку, еще раз повторюсь, у нас моменты практически в каждой игре есть. Я сейчас задам человеческий вопрос, ни на что не намекая, боже упаси. Просто есть мода в некоторых клубах, не только российских, а в сложных ситуациях клубы тренерам покидать. Вот вы думали честно на этот счет или с командой до конца? Никогда. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. В Перми на стадионе «Звезда» «Амкар» принимал Ростов. Ростов, который сейчас тренирует Игорь Гамула до Нового года. Он главный тренер, как минимум. И посмотрим, как сложатся дела у него лично и у его команды, которая, в общем, встречалась с неудобным соперником. «Амкар» на своем поле всегда играет очень здорово. И очки теряет с соперниками равными по классу очень редко. Состав хозяев поля. В воротах Роман Герус, в поле Черенчиков, Таказов, Вавженик, Фибил, Баланович, Захов, Коломейцев, Йовичич, Агуда и Пекущак. Это состав команды. Словолюба Муслина, которого не было на скамейке запасных. Он дисквалифицирован, его заменял временно Сергей Гуренко. Хороший момент у Ростова. Григорьев решил перебросить голкипера. Получилась такая передача несуразная на полу, за которую мог сыграть на пятачки и реализовать свой момент. Но защитники здорово. В штангу, по-моему, мяч попал, да. Состав Ростова, Плетикоса, в воротах, в поле Дьяков, Бардачев, Горо, Баштуш, Калачев, Торбинский, Григорьев, Гацкан, Бухаров и Полос. Счет открыт на 16-й минуте. Забивает Фигор Агуде. Легионер, который в прошлом сезоне в первом же своем матче за «Амкар» забил 2 мяча. Вот его гол. Роман Герус, прошу прощения, Плетикоса отбивал мяч прямо перед собой. Но здесь, конечно, очень сложно винить хорватского голкипера, когда тебя расстреливают в упор. Там уже не до эстетики. Ни вправо, ни влево не выбьешь. Как получится. Еще одна атака «Амкара». Попытка сыграть на подборе, на добивании. Еще один удар. Степи Плетикоса на линии хорош. Двадцать четвертая минута первого тайма. Вновь «Амкар» атаковал. «Амкар» играл с преимуществом, и команда очень здорово исполняет стандарты, как всегда. Отметим, что на трибунах не было аншлага. Ну, в такую погоду снежную очень сложно, наверное, даже очень любя свою команду, идти на стадион, когда и условий, в общем-то, каких-то выдающихся не создано для публики. Стадион не самый новый, не самый модернизированный. Вторая половина встречи. Ростовчане пошли вперед. Им ничего другого не оставалось. Удар Максима Григорьева из-за пределов штрафной. Герус мяч отражает. И со второй попытки он тоже свою команду спасает. Но там уже было положение вне игры. Игра была остановлена. В перерыве главные тренеры замен не совершали, зато была замена до перерыва. Игорь Пекущак, да, нам показали, травмировался, его поменял Георгий Пеев, один из самых, наверное, опытных футболистов «Амкара», один из легионеров-долгожителей нашего чемпионата. Еще момент у ростовчан на 54-й минуте. Попытка пробить издали не удается, но Герус наверняка понервничал в этом эпизоде, поскольку дали пробить Дмитрию Полозу, новоявленному игроку сборной России. «Амкар» пользовался контратаками, пользовался преимуществом своих контратак. Фигор Агуде мяч здорово подрабатывает, делает передачу через партнера на правый фланг. И Пеев уже пробивал вроде как из убойной позиции, но защитник распластался перед ним и мяч выбил. Плетикоса, разумеется, недоволен тем, как играет его защита, которая не успела в момент контратаки «Амкара» вернуться в оборону. Хотя вот в данной ситуации все-таки уже мы видим даже на повторе, что 4 человека было в собственной штрафной. Но позволить Пиеву дали. Другое дело, что сумели накрыть вовремя. Удар Калачевой за пределов штрафной площади. Ростов довольно часто бьет издали. Кстати, эта тенденция не только в матче с «Амкаром», а в целом. Учитывая, что не всегда получается взламывать оборону соперника и проникать в штрафную, вот такие вот методы используют ростовчане. Гамула после матча был очень недоволен. Высказывал недовольство действиями своих игроков и, в общем-то, не стеснялся выражений. Правда, конечно, в пределах разумного все, но по персоналиям прошелся. Контратака «Амкара». Чудовищная ошибка Баштуша, который с начала этого сезона приучил нас уже к таким недочетам. Просто
на ровном месте подарил мяч Коломейцеву, который счет в матче удвоил. 2-0 таким образом на 84-й минуте. И Амкар все вопросы относительно победителя встречи снял еще до финального свистка за 7 минут. Баштуш ошибся, дальше пытался как-то преследовать Коломейцева, не решился сразу нарушать правила, а дальше уже было поздно. 2-0, Амкар побеждает и набирает таким образом 10 очков. Сергей Гуренко. Сергей Витальевич, короткий комментарий по игре. Ну, самое важное, что мы победили. Игра понравилась. В первом тайме было очень много моментов. Мы не забили. Вот, забили один гол. Во втором тайме, да, немножко отдали инициативу, все. Но таких в основном были удары издали. И, ну, напряжение было, но это... Игра была практически за 6 очков, поэтому в таких играх будет всегда напряжение. И только ребята молодцы, проявили характер. С чем связана такая невысокая реализация? Ведь действительно моментов было предостаточно. Ну, главное, что создаем момент, а два мяча забили, это, я считаю, хороший показатель. Игорь Гамула. Игорь Васильевич, короткий комментарий по игре. Сложно что-то сделать, когда игроки сборной, там, голы, делают такие ляпы, ошибки. Первый мяч он не за своим не побежал, после удара Фибеля, вратарь выручил, должен доигрывать до конца. Человек останавливается, стоит, я не знаю, что он стоит, смотрит, куда мы. И второй, выбей мяч, просто начинает что-то останавливать, пропускает. Человек убегает один на один, и игра сделана. Ну, а так, 1-0 проигрывали, пытались, много атаковали. Конечно, Амкар отошел назад, это было ясно. И боялись, чтобы не нарваться на контратаку. Стали больше бить, попросил перерыв, чтобы больше били по воротам, потому что в первой тайме заводили куда-то. Ну, получилось, как получилось, ну... Конечно. Не могу не спросить о погоде. Как-то это повлияло на результат, на игру ваших подопечных? Да нет, командам равные условия. Какая может быть погода? Поле одинаковое, для всех все одинаково. Ничего не повлияло. Все зависит, нужно готовиться к играм. Более то, у нас некоторые футболисты просто, видите, как такие ошибки детские делаем. Как можно выигрывать после таких ошибок? Последний матч субботы в Раменском на стадионе «Сатурн». Торпедовцы принимали краснодарскую «Кубань», которая в прошлом туре с крупным счетом, с неприлично крупным счетом уступила московскому ЦСКА. Вот Игорь Гончаренко на ваших экранах, а это наставник торпеды Николай Савич. Начнем с его команды, о составе хозяев. В воротах Юрий Живнов, в поле Коцалапов, Рыков, Новосельцев, Кокошко, Белелединов, Камбаров, Стеклов, Путило, Стеванович и Уго Вера. Здорово, что, в общем-то, некоторые футболисты у «Торпедо» оправились от травм. К примеру, Дениар Белединов первый полный матч провел за относительно долгое время. Состав «Кубани» в воротах: Белинов, в поле Бугаев, Шандау, Шунич, Соснин, Игнатьев, Секу, Попов, Кабаре, Рабиу и Данилов. Краснодарцы, в общем, первый тайм провели, прямо скажем, не вдохновенно, но и хозяев не отличались каким-то выдающимся футболом. И вот, пожалуйста, такое вот краткое саммари первого тайма. Практически не было моментов. Самый реальный момент был у Игнатьева. Подача со стандарта во второй половине заканчивается без удара. В перерыве торпедовцы провели одну замену. Австралийский защитник Иван Франич вышел вместо Ивана Новосельцева. А Игорь Гончаренко свою первую замену произвел на 66-й минуте. Кулик на поле появился вместо Шарля Кабаре. Виктор Гончаренко, прошу прощения, да, я сказал Игорь дважды, прошу прощения. Эвелин Попов вернулся в строй, один из лидеров не только Кубани, но и сборной Болгарии. Человек, который способен, в общем, с помощью своего мастерства индивидуального перевернуть хоть ход той или иной встречи в пользу своей команды. Действительно, футболист очень классный. Стандартное положение. Шандау пробивал со второго этажа после подачи с углового. И, в общем, если бы здесь не мастерство Живнова, который кончиками пальцев мяча коснулся, то все могло бы закончиться для хозяев печально. Еще одна атака Кубани. В концовке краснодарцы поддавили. Замены, конечно, повлияли на ход встречи. Бальде, Букур появились в концовке. И, в общем, пытались до последнего кубанцы 3 очка на выезде взять, но не получилось. Торпедо Кубань, нулевая ничья.
Мой собеседник, главный тренер «Торпедо» Николай Славичев. Николай Николаевич, какое впечатление оставила игра у вас? Ну, опять же, хочется поблагодарить ребят. Конечно, по такой игре хорошая самоотдача. Немножко плохо, как бы, ну, это связано с полем. Тяжелое поле, и что-то придумывать очень тяжело было. Хотя были подходы, немножко в завершающей стадии можно было как-то более эффективно распорядиться мячом. Когда планировали тактику на эту игру, как-то учитывали состояние поля, учитывали вообще специфику игры Кубани? Вот каким был план на этот матч? Ну, вообще знали, что команда Кубань играющая, качественные футболисты. Задача была одна – сыграть просто организованно в обороне и попробовать быстро в завершающих атаках. Вот Антон Путилов в перерыве сказал, что вы планировали вторым номером играть, но на самом деле так по игре это не особо было видно, вы довольно уверенно шли в атаку. Ну, понимаете, тут как вторым номером. Скорее всего, мы домашняя игра, мы всегда пытаемся играть как бы в свою игру. А как она получится, как нам даст соперник? Ну, сегодня соперник как бы равный, и хорошая такая равная игра, игра по счету. Сказали, домашняя игра, вот есть ощущение, что вы дома играете чисто психологически? Ну, вообще дома и стены помогают. Ну, к сожалению, только четвертая игра, немножко календарь. То есть мы сыграли на выезде очень много игр. Дома хотелось бы порадовать наших болельщиков, но очко есть очко. Виктор Михайлович, какое впечатление оставила у вас эта игра, ничья для Кубани вот в этой ситуации? Хороший результат? Нет, мы хотели выиграть, мы рассчитывали на победу. Думаю, все-таки, что мы имели достаточно хорошее преимущество. Много, может быть, предпосылок было для того, чтобы мы забили, но, к сожалению, только один удар с ворот – это очень мало. Но это, по моим ощущениям, один, может быть, это было больше, но... И еще нам важно было, конечно, оправиться от этого поражения, которое у нас было с ЦСКА. Ну, может быть, в какой-то мере это еще нам мешает. По крайней мере, что если бы мы выиграли, то, наверное, у нас настроение было бы получше. То есть 0-6 – это был такой серьезный психологический удар, да? Конечно, это для любой команды, думаю, что серьезный удар. Если говорить об этом матче, какой была тактика, как хотели обыгрывать сегодня соперника? Ну, о тактике, конечно, говорить нам не с руки. Понятно, что мы ищем какие-то слабые стороны, пробуем на них надавить, что-то получается, что-то нет. Ну, в целом, то сегодня, конечно, хотелось бы чуть-чуть, чтобы быстрее мяч ходил. Наверное, это было бы ключом к успеху, потому что, ну, ходит быстрее мяч, соответственно, разрывается защитная линия соперника, и какие-то моменты можно здесь найти.